20 талантливых тверских школьников получили персональные премии. Таким образом, администрация Твери поддерживает победителей Олимпиад и участников научно-практических конференций. На торжественной церемонии вручения побывала и наша съемочная группа. 11-классник Илья Байда – участник Олимпиад со стажем. Победа в таких состязаниях дает большие дивиденды школьнику. Это возможность испытать себя, найти единомышленников и, как бонус, дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Предметом изучения Илья выбрал историю. Интересно ведь, что было раньше, да? Ты идешь по городу, и ты везде видишь наследие. Например, название наших улиц. Площадь Ленина, да, казалось бы, это самое очевидное, но для маленького ребенка, кто такой Ленин, он не знает. Вот стоит памятник этому Ленину. И вот так вот, на самом деле, и появляется заинтересованность в истории, понимать, что вокруг тебя. Потому что, я полагаю, без истории немыслимо существование как таковое. Илье, как и другим 19 талантливым ученикам, вручили за достижение в учебе сертификат на получение персональной премии. Причем возраст победителей совершенно разный. Это и старшеклассники, и ученики начальной школы. Самый юный призер – второклассница Арина Лабутина. Я люблю разные цветы изучать. И я люблю разные растения. Мы сушили разные растения, потом мы их собирали, и у нас получались картины. Поддержку школьникам, конечно, оказывают и их родители. Мама Арины, Юлия Карачарова, считает важным именно такой ранний старт исследовательской деятельности для своей дочери. Возможность, конечно, уникальная для нашего города, особенно для таких маленьких ребят, потому что обычно, ну, ребята чем-то интересуются, да, но не могут вот так вот рассказать о своих интересах широкой общественности, публике. А здесь ребенок исследует, он получает какие-то результаты и может ими поделиться, рассказав через свою научную работу. Заявки на конкурс поступили от 100 детей из 33 образовательных учреждений города. Для определения победителей работала специальная комиссия. Лучших из лучших определить было непросто. Я очень надеюсь, что сегодняшний прием будет дополнительной мотивацией для участия в дальнейших конкурсах. Ребята посмотрели документальный фильм о Твери и из небольшой экскурсии узнали о работе муниципалитета и взаимодействии с городами-побратимами.